Здравствуйте, Эзен. Как ночевали? Ну и слава Богу. С вами Василич. Сегодня будем готовить вот такие спиральки из твердых сортов пшеницы изготовлены. Вот. Также будем делать заправку. Это я взял, разбил уже 4 яйца, подготовил. Морковь вот шинкованная на терочке. Печеночка уже нарезанная, куриная. И лук выложил в сковородку, налил масло подсолнечного для обжарки. Ну, будем все постепенно идти и варить наши спиральки, макарошки. Печатали, пойдем высыпать. Вот, поставим водичку. Закипела у нас водичка. А, процесс пошел. Вот, бурлит. Беру и высыпаю. Высыпаю наши макарошки. Помешиваю, чтобы не прилипало. Вот так. Больше разорвем. Вот так вот. Кастрюльки высыпаем. Высыпаем и помешиваем, чтоб у нас они не слиплись. Вот. И в первые 2-3 минуты надо помешивать. Вот. Перед этим я посолил жижку. Вот. И будем варить до готовности. Перед этим пойдем подготовим поджарку нашу. Возьмем яйцо и ложечкой начнем вот так вот их разбивать, смешивать. Вот таким образом. Также молочка я взял, ну здесь грамм 150-180. Мы будем мешать с яйцом. Вот так вот, видите, желтки смешиваем с белками. И чтоб впустую нам не болтать, берем и выливаем молочко. Вот так вот молочко выливаем. Выливаем и начинаем взбивать нашу массу. Яйцо с молоком. Что у нас белки смешались с молочком. Вот так вот взбиваем. Это мы будем добавлять в поджарку. Ну вот у нас мешаем, не прилипло. Спиралька ничего. Но, видите, сварилась, проварилась. Мягкая, хорошая получилась. Берем мы ее, накрываем. А накрываем для того, чтобы слить эту водичку, что осталось у нас. Вот. Берем ее и сливаем. Вот так где-то. Вся водичка у нас протрясли маленько. И ставим на этот огонь, чтобы нам жарить, поджаривать лучок.
Видите, что налили туда маслица. Вот это распределяем. Будем до золотистости его поджаривать. Вот я оставил пакетик, чтобы ложку можно было ложить. Ну, попробуем. Мягкая, хорошая получилась у нас спиралька. Поджарился у нас лучок. Вот. Видите, до золотистого цвета. Вот. Добавляем сюда морковочку. Вот эту вот морковку. И все это будем зажаривать пока. Все пойдет у нас подсолодно. Вот. Вот это вот перемешиваем, бутурим ее лучком, чтобы быстрее лучше зажаривалось у нас. Отдала свой сок, сейчас как бы тушиться начнет. Но огонь у нас нормальный. Видите, кипит, все шкварчит. Вот. И не забывайте, я сперва накрыл, но сразу же крышку снял. Потому что, чтоб не сопрели у нас макарошки. Вот, и помешиваю там поджарку нашу и также спиральку, чтобы не слипалась. Видите, одна к одной не слипается, потому что вовремя перемешивается. Также здесь, чтоб лучше у нас зажарилась морковочка. Вот. Лучок преобразился. Морковочка. Видите, ложечки хорошо большой мешать. Сразу объем и сковородка широкая. Ну вот, морковочка дожарилась, мы берем и печеночку куриную. Вот, высыпаем вот так по сковородке. Так, и берем соль и подсолим. Вот так вот подсолим нашу печеночку и перемешаем ее поджаркой с нашей и будем обжаривать. Вот что, вот так вот перемешиваем. Вот так вот. Осторожничать. Нечего, берешь и мешаешь, чтобы больше на сковородку печень попало. Раз, перевернули. Видите, одним махом. Да. Вот. Мягкая, хорошая печенка. Вот. Она хорошо готовится. Ну вот, пожарилась. Печень у нас мягкая. Берем мы, смотрите, приправку, как кто любит, сколько любит. Ага. Вот я добавлю приправки сюда еще. Вот так вот. Приправочки наши. Также вы добавляете перцу там. Любой приправы. Вот. Берем мы. Сейчас перемешаем. Вот так вот. Перемешали. Что-то не торопитесь. Никто за вами не гонится. Вот где-то так разворовняли. Берем наше яйцо с молочком. Ну, здесь предварительно перемешиваем. И берем, заливаем нашу сковородочку. Вот так вот по сковородке равномерно прошли. Вот так вот. Вот, чтобы все утекло. Отставляем. И произвольно берем, перемешиваем. Вот так вот. Чтобы печеночка
лучок, морковочка. Все у нас смешалось. Вот. С яйцом и молоком. Вот так вот. Вот так вот. Вкусно. Хорошо. Ну, видите, перемешиваю. Уже все перемешалось. У нас выключаем конфорочку. Выключаем конфорочку, берем нашу, подвигаем кастрюльку с макарошками и прямо мы туда выкладываем. Выкладываем. Вот. Варенье. Вот так. Ну вот, выложили, и будем мы перемешивать за стол, чтобы удобнее было, не торопясь, там высоко, видите, снизу, будем распределять наверх наши спиральки, видите, они не мнутся, не кашей, вот, и потихоньку нашу печеночку будем перемешивать. Вот такими спиральками, макарошками. Макарошки. Ой, запах. Вообще обалдеть. Вот. Видите. Мы без усилий перемешиваем. Вот. Одинаковую массу делаем наших завитушек. Спиральки. Вот смело можем накладывать. Получилось как у нас. Вот так. Где-то так. Жадничать не будем. Горячо. Вот. Отдвинем. Отдвинем. Ну, вот такое творение. Теперь я в конце, ну, для любителя, как что там в приправе был, вот укропчик. Ну, я для себя еще и в тарелочку вот так вот приукрашу свежесть укропа. Вот. Ну, где-то вот так вот. Теперь, как я раньше говорил, можно так просто есть, можно со сметанкой, с соусом. Кто что любит. Вот. Получилось вот такое творение. Видите, запах что там, с кастрюльки, что здесь. Вот, даже попробуем, а то, мол, какую-то нашинковал, нарезал, нажарил, напарил, смешал. Вот, видите, как получается. Вот, завитушечка наша, спиралька и печеночка. Сейчас попробуем, твердо, не твердо. Печенка мягкая, тает во рту. Спиралька тоже мягкая. Со специями угадали, все нормально. Но кто хочет подсолить, все такое прочее. Ну, на этой нотке мы заканчиваем. С вами был Василич. До новых встреч. Пока-пока.